Приветствую всех любителей Battle Brothers. Продолжаем играть за крестоносца в легендах. Давайте вот так выкачаем. Пауки. Пауки, да? 6 пауков, то есть 7 на старте будет. И так далее. Наверное, варвары бегут. Мне кажется, так. Да? Очень интересные ребята. Давайте схлестнемся с ними. Зараза. Пока, конечно, шанс попадания такой себе. Дар с мечом не особо интересный. Ой-ой-ой. Пауканы неплохо их обработали. Ой, какой шанс. Веселый. Ну, размен идет, размен между этими рабами. И пауками, собственно. И те такие себе противники. Друг по другу очень легко попадают. И я по ним не могу попасть. Ну да, ну да. Классика. Не смешно, вот это казино не смешное уже. Oh.
Они даже обгоняют моего типа Тинкера, да? Ну, слава яйцам. Ладно, подойду, он в паутине. Нормалек. По скорости у нас стоит 2, да? Пока пусть такая стоит. Одна подделка. Окей. Что насчет доджа? Додж не получается взять, да? Но если я беру Берса, видимо, не получается. Но Берса можно и не брать. Есть такая информация. Но арбалет в любом случае я беру. Ну, это примерно итоговый вариант его инициативы. То есть 3 раза по 5 надо залить. 3 раза по 5, да? Ну, если футворк отменить, либо... Ну да, короче, придется заливать тоже как бы. Без дефа совершенно невозможно. Пушку сразу беру, то что... Ибо нехер. А, 280, так, так, так. Что с нами потеряли, это, конечно, бесячая шляпа. Я бы вилкой тыкой.
Ну нафиг этих барбаринов. Да, хилы постоянно накидывается, понятно. Не выдерживает. Пессимист. Давай ниже пойдем. Я дал ему шанс, он просто выплюнул его. Окей, левее берем. Илы плюс один, окей. Илы будет неплохо, в принципе, я думаю. Показывает густой лес, в итоге нифига не густой, разжиженный. Вот позиция отличная, здесь как-нибудь раскидаем уже тем, что есть, этими косыми ребятами. И в псину не попадает. Я сюда встанет, если справа еще пойду, да? Нет, пошли по низу. Удивительно. Получай в брюхо. Испугался, жесть. Надо кончать с ними. Есть. Братишка выдохся, уже не вывозит такое, да? Ну хотя бы так. Он переживет два удара мечом, тем более парирование заюзано было. Жалко. Ну, я специально. Да ты чемпион просто по воротам. Это дешевые шансы, не настоящие. Сделано. Угу.
Ну, хоть тут сработало. Вообще казино не работает, алло. Крупье тасуют карты неправильно. Ну ты посмотри на это. Безобразие. Жадный ублюдок. Карлик. Пятьдесят три. Ну, типа, я не знаю, я не хочу так. Неплохой будет боец, но мне этого мало. Давай налево пойдем. Раван, не-не-не, спасибо. Один охотник, ну давай еды немного. Опасемся ей.
Джевский есть. В том-то понятно, что там. Караван. Вейзенмерк. Вот. Ну, вроде как можно. Дурацкие события. Мне что, Вала пришла? Полутраки сразу беру. Эти звезды бы в атаку. Да чтоб тебе. Сержанты крестьяне, конечно, это веселые ребята. Ням-ням-ням, туда бы арбалетчика, наверное, поставить. Или все-таки... Ну, арбалет просто больнее бьет, на самом деле. Дал бы еще, вообще цены бы не было. Сейчас бы с арбалета не попадать. Два к трем, он все равно мимо бахает. Два к трем, мимо бахать. Это с арбалета можно прищучить, если он не убежит. Понятно. Ясно, понятно. Там без какой-то новый, как будто бы. Расцветки. Далековато чапать.
О, супер редкий бэк воин. Введен относительно недавно. Ну, ничего особенно не представляет себя. У него всегда топоры есть. Это полиармы, металки, топоры и большие мечи. Хэви-армурка. Такой воин дома. И просит он за это до хрена, при том, что у него ничего особенного нету. О, какой же бред. Минус инициатива, но хорошие звезды. Да, звезды хорошие. Колосс имеется. Я бы его взял, если бы... Вот у меня сейчас деньги были бы. 1200 можно выручить. А он сколько стоит? North of Shen, да-да-да. Гаси, как далеко. Здорово. Я бы вас с собой повел. Далеко вести, пипец. Два дня. Не догоняет ночью. Кстати, этого типа забыл на него вообще посмотреть. Понятное дело, что я его удалю, но просто посмотреть хотя бы. Нимбль, 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 их перехватили. Куда? Обратилось дело неудачей. Не локация андеда надо выносить. Вон куча их. Раз, два, три. Но если вот это я могу вынести, это... Понятно, что точно нет. Там либо нахи, либо какая-нибудь шляпа еще. Thank you.
Это подмога вышла. Как подмога? Тупо мясо. Был бы у меня свой, я был бы поувереннее, конечно, в себе, но... Чего нет, того нет. Я вообще голая. Лучше бы у них какие-то дубинки были хотя бы. Ну, оружие хоть какое-то. Орк поймал. Надеюсь, они будут много вставать, потому что это единственный вариант. Они еще флажки будут поднимать, все вот эти вещи, да, свои. У них еще много у кого-то три. Тачки вот эти, да, их любимые. Да еще и Янги в броне вообще где-то видно. Он одного убил сразу. Двое подняли флаг. Не надо в спину как бы заехать им, вот как-то, знаете. Вообще в тыл, прям реально тыл, тыл. Чтобы мертвые хорошо облепили. Еще и я подушил. Только мертвые они как мясо идут, а я их именно буду месить. Ну, они просто ложатся за секунду. Что-то только не встают еще. Плюс. Во, наконец-то встают. Дубинку достал, да? Там тычка нужна, он ляжет, блин. Но это слишком много времени я трачу. Пусть там травят их, я не знаю, душат как-нибудь нормально. Так, флаг я поднял, это хорошо. Продолжаем бомбардировать этого типа. А то они вдвоем будут еще долго держать Рау. Голову спилил тесаком, ё-моё. Нехорошо. Thank you.
Щит он не сможет преодолеть, так что нормально. Сейчас вот этого слить, а потом уже, может быть, из-за мертвяков можно будет приняться. Вот этого убить негодяя. Ну пойдет, пока потерпим. Да как так-то? 94, почти без шансов, блин. Этот мой явно должен быть. Первое же попадание просто показало, кто тут босс. Ну туда, ну куда? Тупая псина. Как он все снял, просто жестятина. Так, с орками покончено здесь. Че, 4 орка целых. Погоди, а где пушки? О, где пушки все? Они не выпадают. Всякий кал выпал, а топор не выпал. Ё-моё. Отравление. Падай, здоровяк, падай. Сины совершенно бесполезны, что-то мечется туда-сюда, туда-сюда. Топор тесак. Тесак. 7-7 мимо. Классно. Не, ну это кидалово, чё. Тут-то понятно, не... Ой, странно, странно. Я два орка могут поржать. Ну хоть псины рядом, пусть она душит. Стреляй. Вот еще тут тесак жесткий. Wait. Он сейчас сюда подойдет, наверное. Да ну нахер. 80%. Обогнали вот этого. Хорошо. Ну да ну нахер. Он помог, как бы, но мне не особо нужна была помощь, если честно.
Довольно эпичненько. У меня кончились болты, кстати. Фигаси куснул, молодец. Ой, как хорошо. Один тесактали. Там топоры были. Так, один тесак только заработали. Лярмка есть, да, у тебя? Это хорошо. Я бы сразу такие взял. Дело было сделано. Вялый, хворый, да что ж с тобой не так? БФ можешь таскать. Прикольно, но забей. Слишком много фатиги требует. Пойдем забирать нашего пацана. Он, по-моему, здесь был, да, левее? Ну, здесь тоже сейчас чекнем ситуацию. Шуты всякие. Тут не пошло. Совершенно ужасный был. О, это что такое? Так, 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 так. Сталвард имеется. Ну и на этом все. А, нет, андердог тоже имеется. Это байт, это байт. Это байт на еще одного танка. Тут вообще такие серьезные ребята. Байт на танка. Че, квиза продается? Что происходит? То есть лучник подождет или что? Ну, вообще может быть. Лучников найдем получше, ладно. Уговорили чертяги. Ох уж эти голоса. У него индом есть. Может быть, удастся выкачать его. The... Maybe yes, maybe no. Если через индом, это вот так. Что еще? И так, так. И 9 жизней тоже есть. Ну, в целом, более интересный танк по перкам именно. Чем вот этот. Ну, это по перкам только. По выкачке мы еще глянем. 29 на старте резолва супер мало, конечно же.
Так, лево, лево, лево. Ну да, надо идти к деревням этим. На побережье, я думаю. Самые заманчивые моменты там можно делать. Поли Крусейдер. Прикольно. Собрат привалил, но денег на него нету. Ясен хер. Ну, конечно, конечно. А то пацан не подвел. Даже без яйца это просто праздник какой-то. Ой, еще и снаряги дарят, отлично. Что на этот раз будет нацхера? Так, а у меня, я понял ошибку свою, забыл снять с этой шляпы. Должно быть уже с яйцом, вроде бы. Так и есть яйцо вон. Пусть армия разберется. Мы с рукосы. Если удастся одного подкрыть, это будет интересно. Или даже сюда поставить его. О, типа задефал меня, красава.
Фантастические промахи просто. Нифига себе, предатель какой. Усатый. Кто-то под меня копает, видимо. Что же это может быть? Кто заказчик? Кто тебя подначивал? Армейские болваны что-то медленно действуют очень. Четвертый раунд, они там еле-еле чешутся. Напрягает. Мало хп очень у Просейдера. Мне это пипец не нравится. Ну это прям настолько бредово мало, что бесит. Чё за ублюдки? Компани лидер. Спирман. Прямо у дороги можешь забрать рядом. Прикольно.
Калека, раб, раб, раб. Нам нужны ддшеры. Вот в чем проблема. Это какой лагерь? North of Sahat. Вот. Слабый лагерь перезаписывает. Была бы хотя бы у него пушка какая-то годная. Эта пушка, к сожалению, уже слабо котируется, когда ты в одного играешь. Остальные не закачанные совсем. Восемнадцать, идей 27, да, 28 уровня у меня сейчас. Едва, и может быть вала придет. Было бы хорошо. Мечтать не вредно. Еще и снаряга донная, да? Очень много локаций, на которые можно сделать амбицию, но проблема в том, что боевой силы недостаточно для этих заданий. Нужно подкачаться.
Я бы на них, лишь бы там некроматы не прокнули. Блин, ну я сказал же, пожалуйста. Как мы это сделаем-то? Назло ни один караван не едет, чтобы я мог тянуть бой. А когда появится в поле зрения, они убегут с дороги, самое интересное. Это решение, возможно, моей проблемы. Поехали. Далеко этот некромант находится, да? А сейчас змейки их там не душат, некров этих. Ока нет. Так, некро уже, считай, мертв. Осталось со змейками, если надо будет. Точнее, если мы будем разбираться. Бандиты дают достойный отпор, сказал бы я. Реально прям пытаются. Шансы по змеям, конечно, мое почтение. Демонтицы пейшеном и доджа нету, но да, да, есть додж. Ужас. Oh.
предчувствием, конечно, и даджом, это вообще комба лютая. Лютейшая. Разбойники пытаются убежать уже. Не все готовы ложиться здесь. Подтянул и вточил, подтянул и вточил. Вот это я понимаю. Тактика. Добить одного этого босика, который остался по домам. Пошли крестьян гонять. Ой, змейки, такие змейки. Ну что ж ты такой? Это задира, конечно, не очень. Окей. Так бы я взял, типа... У нее еще и БФ есть. Я прям чувствовал, что у нее БФ есть. Да-да, колосс, все дела, да? Красота. Игра не может, правда, не поднасрать и не вкинуть какой-то голимый трейд. Прям по классике. Чтоб ты такой думал, бля. Буду ли я делать парашника из него или нет? Шрат линвурм, ясно. Ну да, да, давай еще топор нормальный накинь мне. Ну топор это самый нормальный среди остальных уников, понятно. Мародер, гринскин, раунд и граф. Вот здесь, да? Проблема в деньгах. Вот, два луки вовсю там продаются. Здорово, здорово, кто это, мародеры? Угу. Иена.
Два намада. Ну чё тут, если качать хп, дальше, конечно, обсёр. Беру арбалет, так как у нее есть и сетки. И у нее стрелковая атака, что может зарешать. У нее пластины, да, на пузе. Так, встаем. Щит поднять. Нет, первый же удар, который должен был нормально заехать, но арбалет зато попадает каким-то чудом. Тетку пора доставать, видимо. Он тут же ее снял, ничего себе. Зато щит не смог поднять. Вот и все. Вот так допинаем, я думаю. Без головы остался бедолага. Ладно. Так, еще 500, да, считай? Ага. Случайно нажал на карту, поэтому прервалось. Бля, три серпента. Давай на удачи. Иди, ну ты вообще там бесполезен относительно. Пытаемся как-то позонировать их и разобрать. Найс план, чё? Надёжно, бля, как швейцарские часы. Не, ну типа... Я всё понимаю, но типа удары по... Сколько там у них? 52, блядь, постоянно попадало, ну ясно. Казино рояль, бля. С такой историей мои 87 должны быть сотни постоянно.
Просто две травмы сюда, говорит. Но есть еще куда расти, короче. Давай. Сейчас канцлерную битву дадут. Ну вот, собственно, о чем я говорил. Два глада, которые нас размотают. Не. Скупаем сетки тогда. Ну и валим отсюда. Чё. This is over. Нам отлично, какой интересный флаг у них был. Интересно. Вот если бы он не помог зачистить территорию нежити, это было бы... Было интереснее, да. И сочел у него, ну, не кисло. Две пачки несется за мной. Мне только одна нужна, где славно мало есть. Гисты, уф. Уф. Блин, как не вовремя гисты, а я у меня не вкачана. Я думал ее взять. Дудку эту. Когда там гисты появились-то, алло? 59-й день из-за этого, что ли? Ой, ерунда-то какая. Давай посмотрим в любом случае. Как они будут упражняться с ними. Вдруг он какой-то неубиваемый и призраков поместит там. Там одни лучники, блин, это плохо. Это хорошо для сноса чувака, наверное. Раз на раз с ним стать. Хотя тоже, опять-таки. Я бы на себя не поставил, наверное. Может, они гистов по 5% перестреляют, не знаю. Why not? У нее еще броня лучше стала, по-моему, чем была.
падла. Просто голову рубит. Так, уже на очке. Просто после первого залпа. Ну, конечно, 36 гейстов, это сколько там? Я вижу 4 здесь только. То есть, либо у них минималка, либо, скорее всего, их 5 минимум вон. Все, пацан уже бежит. Ничего не смогли сделать. Есть суперхитрый план, конечно. Мы не переместили слабых. А оставшийся я пытаюсь забрать в соляну. За тесачок чисто. Ну и за пластину, maybe. Можно самим еще помогать мертвым. Мертвые не могут закилять, как бы они слабые слишком. Понимаю, че. Неужели придется прям подъезжать самому, реально вступать в битву? Ай, валяха ты муха. Я имею в виду рукопашку. То эти стрелки не могут мне нормально. О, призрак танцует. Единственный, кто не боится, еще и с флажком. Что происходит? Недолго песенка играла. Не почувствовал. Хорошо, уже минус 2 дали, да? Вот минус 3 рисуется, вижу. Будет стрёмно, если она придет в себя и начнет мне месить. Это прямо будет офигенная история. Вот. А, ну все. Нормалек. Сейчас мы прожмем. Один остался, да, стрелок? Он пришел в себя. Ну. Он теперь стоит на месте, но это забавно. Забавная cool story. Тихо-тихо, ты там это. Я просто хотел сетку дополнительную поставить. Они меня сразу быкуют, да, уже?
Опа. Давай глянем, что там у тебя есть в запасе. Проще. Бля, прикинь, теперь у меня Шамшир. Это найс шутка, что я могу сказать. Разве что броня какая-то имеется. Ну, блин. Камон. Чью высоту занял? Так, слез и помер. Красота. Ему надо вот, чтобы он здесь оказался. Чтобы он здесь оказался, его надо отсюда толкнуть. Непростая задачка. И мы туда тоже можно. Сан уже обосранный. Ну так вот. Хорошо. Что там у тебя? Дворянская туника? Да ну нафиг. Нет, это обычная. Обычно это. Ну ладно. А пусть будет на обычный. Anyway, 250 есть, как говорится. Супер щит, это хорошо. Так. Уфу. Ну, сталвард надо брать, естественно.
Туча караванов что-то в этой катке, я смотрю. Сталвард имеется. Так, андердог имеется. Офигенная история просто. И главное, что у нее звезды раскачат как. Что у нее? Индон тоже имеет. Да что ты будешь делать? Свифт. Чтобы я взял старого эко, он должен быть супер хорош. Прям вообще. Ему очень большие требования. У меня, по крайней мере. Остальные, да, бесполезны. Он прям такой же. Такая же снаряга у него. Как у типа прошлого была. Только уже 37 у него резолва. Тоже индома. Ага, тоже все это имеется. Первое реально что плохо, это ресайлент, то что нету. Тут есть ресайлент. Если под каких-то жестко пробивающих типов, которые кровяка могут накидать там миллионы урона. Либо долгоиграющий яд пауков. Конечно, бесит, что под все и сразу не под это. Нужно с тренировки получать. Еще скилл, тогда билд будет завершен. По крайней мере. Так это все. Грустненько. Если крепость удастся спасать, можно будет там оставлять братков, поэтому это не какая-то проблема там. Я поэтому, собственно, и нанял. Опа.
Еще одну куртку надо нанять. Пять. Либо пока на этом цепить. Виктор. Я видел бинт, бинт видел. Взять бинт. Пусть скаутит. Газеринг, да? Газеринг это пригодится. Пошел. Бриганды нулевые вышли. Че им надо? Пусть хоть какая-то броня будет у этой псины. Может, первый будет не в голову удар, так что выживет еще. Так, так. Там что-то страшно. Мы ведь не пойдем туда, где страшно, правда? Ну какого им надо от меня рожна? Я схлестнуться. Да, у них 35 хп, это шот. Их с арбалета хорошо шот, даже чтобы не подходить. Ha!
Ну, у нее прямо очень мало. Храбрость раздал, имеется в виду. Если не гнаться за фатигой, если не гнаться, тогда можно сделать его просто без эндома. Не знаю, у нее ресалин тоже есть, как бы. Ну, без эндома с ресалинтом, правильно? Вообще, да. Да, выглядит неплохо. Был бы здесь, он помог добрать бы хп, недостающий, плюс 6, да? Был бы еще плюс буст. Спасибо было бы, короче. Да. Нифига себе путь. Крюки тут нехилые. Товар целый нашел. Отлично, отлично. Вот это уже я понимаю. Хотя бы броня. Можно считаться тяжем. По крайней мере, по телу. А вот по голове еще надо... Ух, еще придумать надо что-нибудь. Глифа поинтереснее. Вы мощный мужик. Мощный, здоровый мужик. Да чтоб тебе. Так, их семеро. Ай! Тупанул.
Короче, отводим локацию. Убиваем, получаем деньги, получаем, возможно, снарягу, не знаю. Выкупаем старого вояку. Караван. Nice байт, nice. Причем настолько жесткий байт, что... Да, 4-6, сколько там еще показывать будет, конечно. Хороним, короче, тут орков. Однозначно. Снаряга пока у них сильная. Даже так неплохо, щит и меч. Щит и меч, щит и меч. А в принципе мусорные противники нахи пока не разожрутся, не представляют опасности. Так что тут надо еще, конечно, им помогать убивать зеленокожих. Просто First Blood. Флажки за секунду поднялись просто с первого пила. Вот это я, конечно, понимаю. Легкие на подъем. Р-па-па-па. Почему хочется вояку взять? У него куча атаки будет. Он, если даже не первый ряд, то второй возьмет. Ну, атака будет, по сути. Кэш второй ряд. Скорее всего, с рокировочкой будет помогать, если что, пацанам спасаться как-то, да? Супер точный. Супер ватный. Ну, колосс он есть, короче. 70 плюсом хп, я думаю, соберем. Пока орки жестко прям наваливают. Без шансов. Выносит локацию за здрасте. Ну да, вот эти прокусы, конечно, совсем не трогают зеленых. Ай-яй-яй. Сейчас скажет удар на счету. Хм.
Куда ты подошел так близко? Стал бы сюда. Они очень сильно растянулись, нам с конца лучше начать. Тесак, правда, тут дубина может застанить. Меч, топор опасный. Топор опасен, то есть и тесак. Логично. Умяли просто за здрасте их. Всего лишь один встал, прикинь, как мало. Бред какой-то. Так, оставляем. Очень мало, очень мало. Хорошо, тут не очень. О, вот это правильно. Это тоже хорошо. Красавчик. Ну вот, их осталось уже четверо. А это совсем другая история. Четыре или семь, когда как бы? Если подстанет бы, не, не пошло. Тоже что-то поймал зубами, видать. Классная травма. Сдавайся, орк. Тебе не победить меня уже. Просто по шее проехались. Орк бежит. После орк. Сражайся или умри. Все, готово. И локация моя, и орки слиты. Так, ну, сокровище только кольцо. Бля, ну ладно. 50 монет. Лишними не буду, да?
Сейдер немножко бахнул, тут цены хорошие. У-у-у. Клеверок, клеверок. Чуть-чуть, но усиление. Ну как же не байтят, блин? Же не смеют меня байтить жестко. Можно вот это вот избежать всего. Хватит уже. Кто там вообще? Там эти разбойники пустынные, да, наверное? Плюс дубины, дядя, ты что, с ума сошел? Понятно, уже начал спамить экзекьюшенов. Ну, хорошо, да, у них... Тяжелое вооружение. Можно бердыш выцепить будет. По идее. Главное под его месть не подставляться, а то мало не покажется. Знаем эти cool story, как бы. Там еще и намат лидер был, да, видать? Намат экзекьюшн, да, парочка намадов лидеров. Здрасте. Главное, чтобы бродяга был там. Все еще. Да, он все еще здесь. Стал колосс раздавать, что ли, охотнику постоянно? Он, да, он-то все еще здесь, а репутация моя где? Блин. Хар-хар-хар, это где? Хм, это не они, причем. Очередь-рит. Нам руины нужны. Это здесь небось будет. Вот это, блин, покемоны. Пауканы, пауканы, пауканы. Добить нечего пауков этих братских. Пока выполню, мне пропадет этот чувачок.
Здесь ты. Ну, вот этот самый слабый караванщик, его можно выкинуть, по идее. Я резол, по-моему, не знаю, как буду дотягивать. Яйцо уже разбито. Так было бы классно. Подули в дудку, и все нормально стало, видишь. Бояться не надо, надо просто тыкать. Тык-тык, чоп-чоп. И клапи-клапи. Достал до меня даже. Ублюдок. Вот так, держать строй бойца. Синий флажок сдуло. Но это ничего.
Ну так вот. Дело сделано. Чем не сестра тут? Не-не-не. Такую унылую нам не надо. У него резолт вообще в говне, короче. Как я и говорю. Да, он уже ушел. Как хочешь кого-то нанять, сразу они сменяются с скоростью света. Как не хочешь, они там сидят, блядь, 200 лет. Даже без проверки. Классическое дерьмо. Ну это хреновый вариант. Подвалил уже. Ненавижу преступность, бля. Вот и все. Old Guard. И новый, видимо, был. Флотреки, какие же они ничтожные. Давай замок чекну. Ой, давай поорем, посмотрим на его 39 атаки. Сорок пять целых. Ну, у него 50 может быть легко. Просто разброс дикий, блядь.
Дальше, дальше, наверх, наверное. Двигаемся. Уже байт, ну дорого все стоит теперь. По 300 бахать. Не напасешься, бабок. Наверх, хорошо, беру. Или патруль, погоди, патруль выдают таки. Что с патрулем-то делать? 5 пацанов. Надо наблюдать, кто может высунуться. Грабить — это не наш путь. Пессимист, ну какой он? Хорош, бродяга. Я не посмотрел, что у него по... Нимбл, да, только? Теперь на юг, говорит, кати повозку. Не, спасибо, давай лучше на север. Ну-ка, ну-ка. Зараза. Посмотрим, что там. Ирбалун. Локацию открыли просто. Thank you.
Короче, словил очень странный то ли баг, то ли что. Забавно, что все выжили. Думал, точно приляжет. Поставлю его как раз в конец ролика, сейчас так уйдем от них. Подальше. Надо было отсюда свалить. Просто бред. Я такого никогда не видел. Предлагает бригандов убрать. Но это ладно. Это ладно. Короче. Всем спасибо за просмотр. Увидимся в третьем эпизоде. Ну а пока смотрите, какой бред происходил. Я не мог отступить просто тупо. И дела. Что делают эти идиоты? Объясните мне кто-нибудь. Два танка и дегенерат. Инвентор. Изобретатель. Изобретает новую какую-то тактику отступления или что это? Мне интересно, это когда закончится вот этот. Если он так и будет, он же никогда не отступит. Прям cool story какой-то. Еще устанет. Да по-любому он еще устанет. Он на одну и ту же точку ходит, понятно. Молодец, блядь, дегенерат. Ну, подождем, че. Такого цирка я еще не видел. Сломанное дерьмо. Может, когда он встанет, у нее там что-то поменяется в голове, блин. Не, не, он тупой, блин. Он собака тупой, блин. Так, другие клетки осваивает уже. Вот это экшон. Или все-таки показалось? Не, ну он точно сюда заехал как. Ну это, блядь, какой же дегенерат.
Так, новую клетку опять освоил. И метапомен скоро до конца карты дойдет. Да не может быть. Вот это да. Приключения одинокого братка. РПГ просто, блядь, настоящее. В лесу. Че-то рирую, пипец. Надо ускориться, что ли? Ломана.